Смотрел фильм, Рома, «Тревожное воскресенье»? «Тревожное воскресенье» смотрел? Нет. Там в конце фильма было командование, руководство тушения беру на себя. Ага, да, ты не знаешь. Сейчас Александр Владимирович. Информации не услышал. Перебита была линия, постоит. Дым проводится разведка. Эля, что ты? Ставите лестницу, чеканку. Я сейчас вам... Да. Прибыли к месту со второго этажа. Давай аппарат сразу одену. Здесь подъезд. Здесь подъезд. Ну сейчас интерно одеваем, будь здоров.
Ну, Славе, помоги. Не могу попасть. Ты открыл? Да. Давай, Влад! Да подожди, подожди, подожди. Давай! Вроде никого нет. Ага. Транзит 10, Одесса, чуть вперед. Транзит 1-10, пожар примерно площадь 10 квадратных метров в коридоре. Квартира завалена мусором. По внешним признакам пока тут пострадавших нет, но я еще сейчас поищу. Нет, дополнительно не надо. Что такое, блядь? Что за время, блядь? Рубака пошел от окна открывать по подъезду. Мне надо дверь с подъезда, я попробую сейчас открыть. Попробую в подъезд дверь открыть. Она открыта там, дом. А, да? Да.
Сейчас еще, погоди. Сейчас еще, погоди. Сейчас он горит, погоди. Ай, блядь. Блядь, сука. Печет, погоди, ну печет, пиздец. Ну вроде притушил, но пара печет сейчас еще, погоди. Там вроде уже и не горит, Славик. Сейчас, а, вроде температура поменьше стала. Сейчас попробую дверь открыть снаружи. Смотри.